Такая яркая окраска является предупреждающей для других животных. Она говорит о том, что насекомое ядовито при поедании его.
Вот еще один представитель отряда чешуекрылых, семейство бражников. Бражник шмелевидный. Химарис фуциформис по латыни. С дальнего расстояния их можно легко спутать со шмелями. Такое же короткое, слегка утолщенное туловище, похожее желтовато-бурая окраска, прозрачные крылья. Не зря насекомое получило название шмелевидка.